Здравствуйте! С вами после долгого четырехмесячного перерыва вновь Центр Тактики. Я Вечный. И сегодня вы сможете наблюдать Центр Тактики 12. Бурные аплодисменты. Итак, сегодняшнее видео носит такой обзорный характер, в котором я расскажу, что вас ждет в новом сезоне. Естественно, здесь на столе у меня не будет ортанчиков, сегодня не будет больших распаковок или других подобных вещей, к которым мы привыкли. Сегодня просто будут планы на текущий сезон. Итак, начнем. Естественно, на моем канале вы сможете увидеть все новинки по Art of Tactics, все наборы, все большие стартеры и даже небольшие стартеры. В моих руках вы видите те наборы, которые я еще не обозревал. Это медицинский персонал, это штук, и это советская кадровая пехота. Их, как всегда, в покрашенном виде и с небольшим рассказом о трудностях вы сможете видеть уже в ближайшее время, как и с другими наборами. Естественно, все новые проекты, такие как Hot War, такие как Последние самураи, вы тоже обязательно увидите как раз в то время, как они выйдут. Думаю, и месяц не пройдет после их выпуска. Они у меня на канале будут. Теперь о другом. В этом сезоне вы сможете увидеть мою любимую игру Dust Tactics. Эта игра, для тех, кто не знает, чем-то очень похожа на Art of Tactics. Она также с карточками юнитов, также с дополнительными юнитами, также происходит на поле и также о Второй мировой войне. Но только альтернативной Второй мировой войне. И вы сможете увидеть распаковку вот этого новенького стартера, который еще находится в пленочке. Я пленочку сниму прямо при вас. А также новые юниты, новые компании и все юниты, которые вышли, вы сможете увидеть. Далее. Рассказ о правилах Dust Warfare. Это второе направление Dust'а. Оно уже не похоже на Art of Tactics, оно скорее похоже на Warhammer. Так как происходит на неразмеченном поле и с обычной дюймовой линейкой. Здесь вы увидите рассказ о всех правилах Dust Warfare, о всех вот этих вот дополнениях к правилам. И я думаю, посмотрев мое видео, вы сможете иметь представление об этих правилах и сможете начать играть с теми же фигурками, что играли в Dust Tactics, Dust Warfare. Далее. А далее у меня идут танчики. Всем нравятся танчики, и поэтому у меня на канале тоже будут танчики. Я уже давно собираю журнал «Русские танки», недавно стал собирать и журнал «Танки мира», поэтому вы увидите обзор на все выпуски этих двух журналов. И вы увидите все танки, которые в этих двух журналах входили. Я думаю, каждый выпуск будет посвящен 10 номерам этого журнала, в которых вы сможете рассмотреть танки, получить по ним информацию, какие там косяки, какие плохие моменты, что там не покрашено, что покрашено и так далее. Вот это последнее, то, что вы сможете увидеть в новом сезоне на моем канале. Можете, конечно, вносить в комментариях свои предложения. И последнее, что я хотел сказать в этом обзорном выпуске. Вы, может, не знаете, но я все свои видео снимаю на большую, не камеру, фотоаппарат. И тайминг на нем сейчас всего 5 минут. Поэтому те, кто хочет помочь мне с камерой, внизу находятся реквизиты моих кошельков. Буду рад любой помощи. Хоть рубль, хоть 10 копеек. Ну, это все, что я хотел вам рассказать на этот раз. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.